Всем привет! Наступила весна, солнышко. Надо бы прибраться у магазина. После зимы песка намело. Газон почистить. Вот этот вот песок между плитками, ему ничем не вынести. Только автомойкой. Ну что, приступим? Так, что нам понадобится для проведения уборки? Значит, смотрим. Грабли. Ну, возможно, самые дешевые, верные. Перчатки прорезиненные. Шланг. Ну, у меня 10 метров. Удлинитель. Тут 20 метров. В принципе, достаточно. И автомойка. С двумя насадками. Вот автомойка вот такая. Если кому интересно. Работает уже 7 лет. Верой и правдой. На нее я купил с Алиэкспресс удлиненный шланг 10-метровый. Потому что 5-метровым комплектом ничего не сделаешь. Вот такие вот характеристики, если там кому интересно. Вот. Так что отличная мойка, дешевая. Покупал вообще за 5000 рублей, да. Вот. Ну что, приступим. Сперва будем собирать траву, всякий мусор с газона. А потом займемся мытьем фасада и прочее. Поехали.
Ну что, друзья, не прошло и пару часов. Уборка сделана. Вот такой результат. Сейчас газон начнет зеленеть. Такую частоту навели. Спасибо, что смотрели этот ролик. Кому понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Чистите, как я, чистите лучше меня. Все, пока.